Ты что это? Попить захотел? Сейчас дадим. Я не знаю, что за любовь у Сёмы к этим пакетам. Но каждый раз он проверяет, что вы там принесли из магазина. Даже пустой пакет все равно проверяет. Давай, давай, прыгай. Давай, сюда. Поехали. Приучил кота. Хочешь, чтобы тебя почесали? Хочешь, чтобы тебя погладили? Прыгай на стиралку. Ну и все, теперь нявкай каждый раз. Я скучаю. Вот и господи. Куда ты пошел? Давай назад. Давай. Давай потешу. Давай. Прыгай. Ну прыгай, прыгай. Давай. Ну все. Процесс пошел. Ой. Эксплуататор. Вот была у нас собака. Вот там молодчага. Приезжаем с киноэкспедиции. Так та аж до потолка подпрыгивала. Вот так радовалась. Сейчас собаки более, по-моему, верны, чем коты. А коты, это вот. Вот, пожалуйста. Ой, ой, ой. А ну иди сюда. Повернись лицом. Повернись, да, давай, давай, давай. Пусть на тебя посмотрим, какой ты. Ой. Вот такие мы, вот такие мы. Шалопут. Вот так. Ой, ой. Все, поймал нирвану, да? Ой, кабан. Не нравится, да? Чуть не нравится, когда по животу его гладишь. Ну, давай, давай. А ну иди сюда. Иди, пусть на тебя полюбуются. Это случайно получилось. Дочечка купила себе этого котенка еще до беременности. Ну так, делать нечего было. А потом появился внучок, и мы поняли, что Сёма опасный товарищ в таких моментах, поэтому мы забрали его себе. У нас теперь живет. Да, Семен? Ну, это кабанера. Все, какой-то своенравный прям, ой, у какой-то, блядь.